Вместе будем снимать, да? Не, ну ты на телефон снимать. Это к слову о навеске, кстати говоря. Вот и крупничок, да? Как говорят, что рыбка маленькая, мелкая. Вот такая вот. 200-300. Да. Новогодняя. Новогодняя. Красненькая, и красивенькая. Сутовая. И вот эта рыба, ребята, это карельская рыба. То, что мелкая рыба, да, и кто там говорит, что вот администраторы пиздоболы, да? Кому интересно. Это все. Не так. Я никогда не говорил, что мелкая рыба, она привезена из Карелии. Крупняк, да, это карельская рыба. Для запуска форели именно мелкая, розыгрыш. Сейчас я первую, вторую рыбешку сейчас пойму, но именно сейчас, которая поймает, и поздравим сразу победителей этого. Ваня, выдержи. Я еще сразу в майне, можно? Ну что, давай возьми вот здесь. Как я возьму? А, ты сразу возьми. Все, приехало. Надо срочно поймать. И сейчас ждем. Все. Поймает елочку. Ага. Держи. Так. С двух. С трех. С трех камер, Леш. Завел лунку. Стой. Ребята, а теперь от Алексея мастер-класс, как надо работать багром. Завели в лунку, аккуратно заводим, ничего не тыкайте, не бейте ей в голову, иначе вот, завели, все аккуратно, есть. Ты не рад, да, что вот он... И ваше кило 300? Да ладно, все. Будут вот так лежать, они будут плавать дальше в водоеме. Ёпта, неужели я с рыбой приеду? Специально ты знал, куда она пойдет?